Итак, трехметровые трубы, 250 диаметром. Кто скажет, что Solaris плохая машина или невместительная, маленькая, с тем могу поспорить. В общем, движемся на участок. Находимся на участке. У нас сегодня по планам оформление въезда на участок. То есть будем устанавливать трубу. Для того, чтобы нормально организовать проезд и в процессе эксплуатации щебень не проваливался в мягкий грунт, а на нашем участке глубина плодородного слоя порядка 40 сантиметров, я решил расширить канаву и углубить ее. После сделал подсыпку сантиметров 10, немного ее утрамбовал и только после этого уложил трубу. За этот день мне удалось поработать порядка 4 часов и перелопатил практически половину. Итак, 2 дня и 5 кубов щебня. 6 метров трубы, 1 метр остался даже не засыпан. То есть щебня немного не хватило. Переезд я уже прикатал. На самом деле покатался на своем автомобиле, проехал здесь трактор. Все выдержал, труба немножечко села, и вода сейчас проходит прямо идеально. В общем, переезд обошелся нам 2500 труба, 7500 5 кубов щебня и мои руки. И испорченные перчатки кожаные за 300 рублей. Просто фух. Покупал я их в Петровиче, 2 дня, лопата, 2 ведра, вот сделали такие вещи. 350 рублей, на мой взгляд, они не выдержали. Заявлена кожа, но по мне так дерьмо.